Первое упражнение. Передняя рука идет, сделаем защитное зеркало. Второе – колющее движение. Получается. Первое упражнение состоит из двух частей. Первое движение – это раз, а второе – делаем восьмерочку изнутри наружу. И получается раз, два. Вот все упражнение. Делаем крыло зеркала. Получается, тут уже на половину восьмерки вот это не надо делать, мы сразу переходим на вторую восьмерку. Раз. По восьмерке получается. Она делается атака и спаривающее движение. Раз, два. Мы соединяем второе тренировочное движение плюс восходящий сверху. Защита, крыло, зеркало, потом крыло уходит на зеркало, и здесь делаем чердаво рулющее движение. Раз, два, раз, да, повторяем, два, раз, два, так это мы не денем, так. Делаем двойной удар ножкой и двойной чердау. Получается раз, два, три. Защитили, атаковали. Здесь двойной блок, крыло зеркала, нижний боковой удар в колено. И делаем движение нижней рукой, а здесь рубящее движение. И получается раз, два, 90 градусов. Раз, два, три. Боевой режим. Передний блок. Раз, два, три. Раз, два, три.
Sì. Dai, questo sono un po' produzione. Делаем упражнение, первая техника. Делаем крыло останавливающий. Зеркало превращается. Рука превращается в зеркало и руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Как вторая техника? Второй блок техники, первый. Раз, два, раз, два. Здесь так. Раз, только еще. По ногам делаем. Вторая техника третьего блока. Идет защита. Зеркало. Раз. Следующий боковой удар ногой. Два. Три. Здесь защита, это атака, которая делала зеркало, делает колющее движение вперед. Бьем за ним ногой. Раз, два, три. Защита, атака, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Заключительная техника – это прыжок на 360 градусов. Раз. И делаем двойной рубящий удар мячами. Раз. Если понравилось видео, ставьте лайки, если нет, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Wing Chun 108.